Меня зовут Лубенский Евгений Константинович, являюсь директором юридической компании Mizer Group. На сегодняшний день мы узкоспециализированная организация, которая занимается в основном банкротством физических и юридических лиц. Люди в основном обращаются к нам по списанию задолженности, когда у них есть проблемы с кредитами, с микрозаймами и так далее. С каждым днем люди все больше берут кредитов, потому что нацелена агрессивная реклама на то, чтобы человек пришел в магазин и взял ту или иную вещь в кредит. В большинстве случаев люди не могут рассчитать правильно свой бюджет и в последующем попадают в какую-то ситуацию, после которой не могут выплатить тот или иной займ или кредит. Не так давно был принят закон о лицензировании коллекторской деятельности. И на сегодняшний день коллекторских агентств в Приморском крае, которые работают незаконно, практически нет. В основном работают службы взыскания банка, которые угрожают людям, что якобы коллекторы — это те люди, которые придут, скажем так, с битами и будут требовать оплаты задолженности. На практике такие случаи единичны, и в основном такие действия делают микрофинансовые организации, которые находятся на каждой остановке на сегодняшний день. И только их службы взыскания могут действовать как-то незаконно. Службы взыскания банков ведут себя корректно, кроме звонков и писем о том, что они требуют оплаты задолженности, больше никаких действий они не предпринимают. Все консультации мы проводим абсолютно бесплатно, и человек может прийти и проконсультироваться. В любом случае, каждому человеку, если он понимает, что он не может в дальнейшем отвечать по своим финансовым обязательствам, предварительно всегда советуем проконсультироваться, консультация будет абсолютно бесплатна. У нас есть 3 офиса, один офис находится в городе Владивостоке, один офис находится в городе Находка и также есть офис в городе Хабаровске. Каждый юрист все-таки, как я считаю, должен разбираться обязательно, работать узконаправленно. То есть адвокаты должны заниматься уголовными делами, юристы по налогам должны заниматься налоговыми спорами. Мы выбрали одну узконаправленную нишу и занимаемся только банкротством физических и юридических лиц. И могу сказать, что в этом мы профессионалы и знаем от А до Я то, чем занимаемся. Сложности у юриста могут быть с госорганами, могут быть с ответами с прокуратуры, с ГИБДД и так далее. Если брать непосредственно нас, то когда человек приходит банкротиться, он должен вести себя всегда добросовестно и предоставлять всю информацию. Когда человек приходит и сообщает нам только 10% информации, а 90% нам приходится узнавать из ответов, либо через какое-то время, к сожалению, в этом бывают сложности представлять его полностью. Когда ты приходишь к юристу, это почти как прийти к доктору. Необходимо сказать о всех своих болячках. Если человек говорит только о том, что мы видим на поверхности, то юрист не может правильно фактически поставить диагноз и вылечить человека. Здесь то же самое.